Всем привет! Сегодня готовим обалденные квашеные помидоры, которые будут храниться у вас прямо до весны. Нам понадобятся помидоры, сливки, перец болгарский, чеснок, молотый черный перец, сахар, соль и зелень. У помидорок срезаем попки. Все ингредиенты я укажу внизу под видео. И затем вот так вот разрезаем пополам, не до конца, чтобы у нас получился вот такой вот как бы язычок. Болгарский перец очистим и нарежем на любые кусочки, как вам больше нравится. Кубиком, полосочками или вот так вот, как я. Зелень нарежем прям очень-очень меленько. Теперь берем тарелку, перекладываем сюда зелень. Зелень используйте любую, та, которая вам больше нравится. Можно базилик, кинзул, сельдерей. Чеснок пропускаем через чеснокодавку. Теперь сюда добавляем перец черный молотый по вкусу, сахар 2 столовые ложки с горкой и соль 2 столовые ложки с горкой. Также, кто любит с огоньком, можно добавить немного перца чили. И теперь все это хорошенечко перемешиваем до однородной массы, чтобы соль и сахар хорошо перемешались. Вот такая вот вкуснятина. И теперь вот так вот открываем язычок и будем наполнять нашей начинкой. Вот так вот. Такие помидорки очень хорошо хранятся прямо до весны в холодильнике либо в погребе, когда уже надоедают соленья, маринады и хочется чего-нибудь квашеного. Очень выручают такие помидорки. Берем любую чистую емкость и выкладываем сюда наши помидорки. И теперь осталось уложить болгарский перчик. Выкладываем его в любом порядке. Болгарский перчик придаст свою изюминку. Да и сам он получится очень вкусный, такой же вот, как и помидорки. Теперь берем подходящую тарелку, очень хорошо вот так вот их прижимаем и сверху ставим любой грузик, у меня банка с огурцами, и оставляем так на несколько дней. Ну вот, друзья, у меня прошло 2 дня, видите, сколько сока? Это вот с помидор столько сока. Я периодически вот так вот тарелку прижимала. Давайте посмотрим. Мои помидорки уже готовы. Как определить, что готовы? Вот видите, уже пузырьки появились. Водичка вот эта вот посветлела. Это тоже признак. Сейчас попробую. Вот смотрите, какие они. Ребята, просто божественные помидоры. Делайте сразу побольше, потому что это нереально вкусно. Поставите их в холодильник, либо в погреб, и они у вас будут храниться прямо до весны. Желаю вам приятного аппетита. Друзья, если вам понравился рецепт, то ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!